Ну вот, я приобрела себе пластины кокосовые для стирки. Их 38 штук. Значит, беру 2. Показываю, что я сюда ничего не добавляю, закрываем. Это у меня шампунь для жирных волос, это шампунь для блондинок. Это я пользуюсь в нашей продукции. Теперь эти кокосовые 2 пластины положу просто в барабан. И закрываю. Все. Посмотрим, что получится. Как постираю. Ну что, показываю результат стирки пластинами. Я стирала первый раз. Вот, полотенца. Все отстираны, все красивые, пахнут все свежестью. Запаха никакого особого нет, а пахнет все свежестью, все чисто. Вот полотенце. Ванная. Результат мне понравился. Рекомендую. Приобретайте пластины экологически чистые для стирки вашего белья. Будет